गंध सा गानंदन सलाक्या चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे गुरवे गौरचंद्राय प्रारिकैतदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय अद्भक्ताय नमो नमः। कनक जलद गत्रो नील सौनब्ज नेत्रो मृग मद वर बालो मालती कुंजमाल थल तरुण वेशो नील पीताम्बरेशो स्वनिबितनि कुंजे राधिका कृष्णचंद्रो स्मरनिबितनि कुंजे राधिका कृष्णचंद्रो त्वैवस्मी त्वैवस्मी ना जीवामि त्वया विना जीविकाय देवी तं नमः चरास्तिकम्। By the causes myself see Guranda Guranda. Now we have come to this supremely pure transcendental holy place Uddhav Kyari. По беспричинной милости Шиши Гуру и Гуранги сейчас мы прибыли с вами в это удивительное, чистое, трансцендентное место Шри Удхав Кьяри, что находится на берегу Вишака Кунды, в лесу деревьев Кадамба. Это место является очень-очень важным для нас. Радикар Бхава Джайте Удхава Даршане Се Бхава Мата Прабу Рахи Ратри Дине. In his final years of his final pastimes in Jagannath Puri, in Gambira, Sri Chaitanya Mahaprabhu day and night was in a state of madness. Exactly like the madness that Radhika was in when Uddhav came to Vrindavan and had her darshan here in this place, Uddhav Kyari. В свои финальные игры, когда Шри Чайтанья Махапрабху присутствовал на этой земле, когда он находился в Шри Джаганнат Пури Даме, в Гамбире, днями и ночами Шри Чайтанья Махапрабху вкушал то настроение, настроение сумасшествия в любви Кришне, которое Шримати Радхарани испытывала здесь во время своей встречи с Удавом на этом самом месте. When Sri Krishna, after killing Kamsa Maharaj, after completing his education in Gurukul in Avantipur, returned to Mathura. Когда Шри Кришна после того, как он убил Камсу Махараджа, после того, как он отучился в Гурукуле в Авантипуре, вернулся обратно в Матхуру. Sri Krishna was feeling such separation from Radhika and Gopis and the Brajavasis, especially. He was concerned to, he wanted to give them some consolation. Шри Кришна, вернувшись, испытывал сильнейшую разлуку с Радикой, с Браджа-гопи, со всеми Браджа-баси. И он хотел их каким-то образом утешить. So one day, he took the hand of his very dear friend and associate of Mathura, Uddhav, and said, Gachtuddhava Brajam Somya Petro Na Pratimavaha Gopinam Madhviyogadim Матсандешар Вимоучая. И однажды Шри Кришна взял за руку своего близкого друга, своего близкого спутника в Матхуре, Удаву, и попросил его отправиться во Врач. The first word in a verse has extreme emphasis. Первое слово «гача», оно имеет величайшее значение. So, gacha is imperative. Go. Гача — это повелительное. Отправляйся. Where? Куда?
Гачча Удхава Браджам, go to Braja. Гачча Удхава Браджам, отправляйся во Враджу. And because Гачча Удхава Браджам Саумья, because you are Саумья, that means your face is like Soma, like the moon. If anyone sees you, very charming, very compassionate and beautiful face, then they feel relief. So you should go and with your sensitivity and your diplomacy, you should say some words of consolation to our parents, Nanda and Yashoda. Шри Кришна обращается к Удхаве: Гачча Удхава Браджам Саумья. Он называет его Саумья, потому что Сома означает луна. Это означает, что Удхав, он очень очаровательный, он очень сострадательный, он очень красивый. И Шри Кришна просит Удхаву: пожалуйста, со всей своей чувствительностью, со всей своей дипломатичностью отправляйся к нашим родителям и постарайся их утешить от моего имени. Слово Удхав означает фестиваль радости. So, Krishna is thinking, if my mother and father, Nanda and Yashoda, they see the face of Udhava, then he'll speak sweet words to them. They'll feel some joy and some relief. И поэтому Шри Кришна, он думает, Удхав, он подобен ходячему фестивалю, поэтому если он скажет какие-то слова утешения моим родителям Нанде и Яшоде, то однозначно они испытают радость. But Udhav, Gopinam Madhviyogadim Matsandesha Vimochaya, don't try to pacify the gopis of Braja. Just, I am giving you some messages. Just repeat them as they are. Don't add anything. Don't take away anything. Но, Удхав, ни в коем случае не старайся говорить никакие свои слова, обращаясь к Браджа Гопи. Я просто тебе передам послание для них. Ровно то, что я скажу, передай им. Ничего не убавляй и ничего не добавляй. Удхав didn't want to go. Удхав не хотел отправляться во Вриндаван. But when Krishna glorified the love of Braj Gopis, then some greed came in his heart. Но когда Шри Кришна прославил Браджа Гопи, то некое страстное желание, жадность, она стала буревать сердце Удхавы. So see, Krishna put Udhav on the same chariot that Akrura had come to Braj and taken Krishna away. Шри Кришна, он посадил Удхаву на ту же самую колесницу, в которой когда-то во Враж приехал Акрура и забрал с собой Кришну в Матхуру. And Krishna gave to Udhav his own garland and his own pitambara. И Шри Кришна дал Удхаве infused with his fragrance. Свою собственную гирлянду и свою собственную накидку питамбару, которые были пропитаны ароматом тела Кришны. And then Udhav set out from Mathura. И тогда Удхав отправился в Матхуру. And his chariot was not being pulled by the horses. But rather, it was his greed from hearing the gopis' glories from Krishna that was bringing him to Braja. Because greed is the only price to come to Braja. Мы не можем сказать, что Удхаву, колесницу Удхава везли лошади, кони, но мы можем сказать, что скорее это было страстное, желание, это была его жадность в силу того, что он уже от Кришны услышал о славе Враджа Гопи, и сейчас он хотел вкусить это настроение любви по суше Враджа по отношению к Кришне. Удхав parked his chariot outside the house of Nanda Maharaj here in Nanda, Nandagam. Свою колесницу он оставил напротив входа во дворец Нанды Махараджа, в Нандагаон. Когда слуги увидели его, они сначала приняли его за Кришну. Looks like Krishna, fragrance is like Krishna. Выглядит как Кришна, пахнет как Кришна. But it cannot be Krishna. Но это не Кришна. He quickly ran inside and told Nanda Maharaj. Он быстро вбежал вовнутрь и сказал Нанде Махараджу. And Nanda Maharaj realized, oh, must be Uddhav. Точнее, слуги вбежали и сообщили о прибывшем Нанде Махараджу. И Нанда Махарадж тут же догадался, это, скорее всего, кузен Кришна, Удхав. Нанда Махарадж came and he welcomed Udhav. Нанда Махарадж вышел, поприветствовал Удхаву. Udhav gave pranam. Удхав предложил ему пранамы. And Nanda Махарадж brought him inside. И Нанда Махарадж ввел его вовнутрь. So, Nanda Maharaj was asking. Нанда Махарадж стал задавать вопросы. Oh, how is my good friend Vasudev? Как поживает мой добрый друг Васудев? How is Devaki? Как Деваки? He could not bring himself to speak at first about Krishna. В первую очередь он с самого начала разговора не мог себя собрать должным образом, чтобы начать спрашивать сразу о Кришне. Finally, he began to speak about Krishna. Наконец он заговорил о Кришне. And he was just in a flow, speaking of Krishna's pastimes from childhood. Он просто пребывал в потоке, он начал рассказывать о лилах Кришны с детства.
детских лилах. And he began to weep. И начал рыдать. And he became choked. Голос его задрожал. And Udav had never seen such prem in his life. He thought he was going to die. В жизни Удав не видел проявления такой премы. Он думал, что Ананда Махарадж сейчас оставит тело. Удавджи said, "You are so fortunate." И Удав сказал: "Вы такой удачливый." Because Sri Krishna, for whom you have so much love as your son, he is the Parabrahma, the supreme personality of God. Потому что Шри Кришна, которого вы любите как собственного сына, он является никем иным, как Парабрахма, верховным Господом. So some people think that Udav is insensitive and he is telling some Tattva Gyan to Brijbasi who is not interested in any Aishwarya. This is not a fact. Rather, Udav was trying to do Rasantara because he was afraid that Nanda Maharaj may leave this body, that he may die, and so he was trying to change the flow of the rasa just to keep Nanda Maharaj alive. И некоторые могут сказать, что тут Удав проявляет абсолютную нечувствительность, что он начинает рассказывать о Таттва-гьяне Нанде Махараджу, что Кришна является Верховным Господом, и он начинает рассказывать о той личности, для которой вообще это Айшвария, это великолепие Кришна не представляет вообще никакого интереса. Но в действительности это неправда. Почему? Потому что то, что делал Удав, называется Расантра. То есть он пытался изменить настроение Нанды Махараджа, потому что он увидел, что тот находится на пороге смерти, что он просто может оставить тело, пребывая в такой сильнейшей разлуке. Поэтому он внес такое настроение Айшвари для того, чтобы оставить Нанду Махараджа в живых. Udav is very expert. He is not incompetent in any way. Udav очень искусен. Он не является некомпетентным ни в одной из областей. But when Nanda Maharaj heard him say, "Krishna is the supreme personality of Godhead." Но когда Нанда Махарадж услышал, что Удав так говорит, что Кришна является верховной личностью Бога, он сказал: "Удав." I had heard that you are very intelligent. Я слышал, что ты такой разумный. But now I see that even your milk teeth have not come out. А теперь мне стало ясно, что даже твои молочные зубки еще не прорезались. Why are you saying I am fortunate? Почему ты называешь меня удачливым? I thought that Krishna is my son and I have lost him. Now you're telling me that he is the supreme personality of Godhead and I have lost him. Ты говоришь мне, что до этого ты говорил, что я потерял своего, то есть до этого я думал, что я потерял своего сына, а сейчас ты мне говоришь, что моим сыном является Парабрахма, так что же мне теперь делать, осознав, что я потерял Верховного Господа? Seeing the broken-hearted state of Nanda Maharaj, Udav suggested, "Why don't you go outside for a walk and have some fresh air?" Видя, что сердце Нанды Махараджа было полностью разбито, Удав предложил: "Почему бы вам не выйти, не прогуляться, освежиться?" No, I have tried that. Нанда Махарадж возразил: "Нет, я уже пытался это сделать." Every tree, every creeper, every hill where I go reminds me of Krishna. Но каждое деревце, каждая растиночка, травиночка, каждый холм напоминает мне здесь о Кришне. When Nanda Baba used to come on the bank of Jamuna, then he remembered, "Oh, with my two little boys, Krishna and Balaram, we used to play here." Когда бы Нанда Махарадж не приходил на берег Ямуны, он думал: вот тут вместе с моими двумя сыновьями мы принимали омовение. And when I used to carry them, Balaram on one shoulder and Krishna on the other, and carry them back to the house. И потом мы возвращались обратно домой в Нандагаон. Один сидел на одном моем плече, другой на другом плече. And as Nanda Maharaj was walking, he saw Krishna was here. Balaram was here and Krishna was here. И когда Нанда Махарадж шел, он так посматривал с одной стороны на Кришну, с другой стороны на Баларама. О, папа. О, папа. And the next minute the Spurti disappeared. И на следующее мгновение это Спурти исчезал. So he's afraid to go outside. Поэтому Нанда Махарадж теперь просто боялся выходить наружу. Mother Yashoda was sitting nearby just weeping. Мама Яшода сидела рядышком и просто плакала. She could not even speak. Она даже разговаривать не могла. Yashoda vanya manani krishnasya charitani cha srivanta asrunya vakshasit sneha snuta payodara. Hearing the pastimes of Krishna spoken by Nanda Maharaj in a conversation with Udav, tears of love were flowing continuously from the eyes of Mother Yashoda, and with affection, milk was flowing from her breast. Слыша те лилы, о которых поведал Нанда Махарадж Удаву, мама Яшода, она не могла себя остановить. Потоки слез струились из ее глаз, и также молоко стало струиться из ее груди. In this way,
Удавананда Махарадж passed the whole night speaking. Так Удавананда Махарадж проговорили всю ночь. When the morning came, Udav thought I have to take bath and remember my Gayatri. Когда наступило утро, Удав очнулся, подумал, надо принять омовение, прочитать свои Гайатри мантры. So he came out of Nandagaon just outside there's a Kund, Krishna Kund, and he took bath there and was sitting and remembering mantra. И он вышел на утро из дома Нанды Махараджи, и тут неподалеку находится Кришна Кунда, он не принял омовение и стал пометовать свои Гайатри мантры. And he looked, and he was looking in this direction. The whole forest was glowing. И вдруг он увидел, что на расстоянии, неподалеку, лес, он просто сиял, источал сияние. Overwhelmed with curiosity, he got up and began to walk into that forest where the glow was coming. Преисполненный любопытства, Удав отправился вглубь леса, откуда, к тому месту, откуда исходило это сияние. And what he saw there? И что же он там увидел? Nothing in his life could prepare him for this moment. Ничто в его жизни до этого не могло бы подготовить его к этому моменту. He saw thousands of beautiful Kishori girls wandering. Он увидел тысячи прекрасных девочек Кишори, которые бродили туда-сюда. Their braids were open and their hair was disheveled. Косы их были распущены, волосы не прибраны. Their clothes was torn and dusty. Одежды были пыльные и порванные. From their hot sighs of separation, their lips had cracked, and their faces were dry. Из-за их сильнейшей разлуки губы у них потрескались, лица высохли. They were weeping and crying. Они плакали. Govinda Dhamo Charamada Devi, Govinda Dhamo. Он услышал, как некоторые из них разговаривали между собой. Have you seen the golden chariot outside the house of Nanda Maharaj? Ты видел золотую колесницу снаружи дома Нанды Махараджа? Oh. Акрура came to Nandagaon and took our pran. Акрура прибыл в Нандагаон и забрал нашу прану. But now the master of Акрура, that is the Kamsa Maharaj. Now he has passed away. Perhaps Akrura has come back now because he wants to take our hearts to do Ritpinda. Ritpinda. That is the evil persons that do pinda with the hearts of others. Повелитель Акрура, Камса Махарадж, он скончался. И когда Акрура прибыл сюда в первый раз, он забрал с собой нашу прану. Возможно, сейчас он вернулся для того, чтобы забрать наши сердца и для того, чтобы сделать Ритпинду, такой злой заговор против наших сердец. Как подношение Камсе. For deceased comes here. So, when Udav heard this, then he became deeply shocked. Когда Удав услышал эти слова, он был глубоко шокирован. Now the Gopi said, "Just see, perhaps Krishna has sent his servant on a golden chariot just to show us that before, when he was in Braj, he walked here and there barefoot." But nowadays even his servant rides on a golden chariot. Другие гопи предположили, что возможно, Шри Кришна он прислал на этой золотой колеснице одного из своих слуг для того, чтобы просто показать нам, что раньше сам он ходил здесь босиком, но сейчас даже его слуги приезжают сюда на золотых колесницах. Удав again became embarrassed. Снова Удава это очень смутило, ему стало очень стыдно. Why did I come to this place of sweetness? Зачем? On a golden chariot. Зачем в это место сладости я прибыл сюда на этой золотой колеснице? When Braj Gopi saw him, then they saw he looks just like Krishna, and his garland, his pitama, everything has same fragrance like Krishna. Когда Браджа Гопи увидели Удава, они увидели, что он выглядит в точности так, как Кришна, что он источает тот же аромат, что источает Кришна. Они увидели на нем гирлянду Кришны, питамбару Кришны. But even though he looks like Krishna, and gopis, they can embrace a tamal tree, thinking that it's Krishna, but they did not embrace Udava. Because Yoga Maya,
Протексты. Протексты – дхарма. Несмотря на то, что очень часто в лилах мы видим, как праджа-гопи, они могут в разлуке с Кришной обнять дерево тамал, но тут мы не видим того, что праджа-гопи ринулись к Удаве, несмотря на такое его сходство сильное с Кришной. Почему? Потому что йога майя, она их защитила от этого. Gopis came and surrounded Uddhav. Гопи подошли к Удаве ближе и окружили его. You must be a servant of Krishna. Ты, скорее всего, являешься слугой Кришны. So, Krishna is very intelligent. If you are his friend and servant, you must also be very intelligent. Кришна очень разумный. И если ты являешься его другом или слугой, значит, ты также являешься разумной личностью. So perhaps you can answer our question. Значит, возможно, ты сумеешь ответить на наши вопросы. There are two types of love. Sahetu prem and ahetu prem. Love with a cause and without a cause. Есть два вида любви. Sahetu prem и ahetu prem. Любовь причинная и любовь беспричинная. So love which has a cause is always broken. Сахету прямо, любовь с причиной, она всегда оканчивается печально, всегда она рушится. Like the deer loves the green forest until there's a fire, and then the deer will not go there. Такая любовь подобна тому оленю, который любит зеленый лес, но после того, как этот лес оказывается сожженным, этот олень больше туда никогда не возвращается. The bumblebee loves the flower, but when the flower wilts and has no nectar, then the bee goes away. Шмель любит цветок, но если этот шметок, цветок увядает или в нем заканчивается нектар, то шмель улетает к другому цветку, оставляя этот. The student has affection with his teacher, but when he receives his diploma, then he leaves. Студент может любить своего учителя в процессе обучения, но после того, как завершив обучение, он получает диплом, он уходит и больше никогда не возвращается. The prostitute loves her client until his wallet is empty. Проститутка любит клиента ровно до той поры, пока его кошелек не опустошается. После этого она его бросает. Поэтому везде мы видим, везде, где присутствует причинная любовь, эта любовь, она заканчивается. Но мы любили Кришну без всякой причины. И любовь не однозначная, иначе это будет расабас. Love is the Vishai and Ashray. They love each other. И любовь эта не была односторонней, потому что в противном случае она явилась бы как расабас. Но всегда подлинной любви присутствует Вишай и Ашрай. So we loved Krishna without a cause, unconditionally, and he loved us without a cause. So how is it that our love is now broken? Мы любили Шри Кришну беспричинно, безоговорочно, и он любил нас такой же. Безоговорочной любовью в ответ. Как же случилось так, что теперь эта любовь разбита? Then Uddhav, he was scratching his head. Уддав почесал голову. He could not think of an answer to this. Он никак не мог найти ответ на данный вопрос. When he was thinking, he looked in the distance and he saw. Когда он задумался, он взглянул на определенном расстоянии впереди себя и вдруг увидел. There was one extremely extremely beautiful gopi. Одну очень, очень красивую гопи. And the bumblebee was flying around her feet. И он увидел, как шмель вился около ее стоп. And she began to rebuke the bumblebee. И вдруг она начала упрекать шмеля. So though all gopis were giving attention to Uddhav, but one gopi was oblivious to the presence of Uddhav. Her mind was in another condition, and she was quarreling with this bumblebee. И несмотря на то, что все гопи, внимание все гопи было полностью приковано к Удаве, но эта гопи, она полностью безразлично вела себя по отношению к Удаву, не выказывая ему никакого особенного внимания, потому что была полностью погружена в свой разговор со шмелем. Uddhav saw her, and he realized, this must be Radhika. Увидев эту девушку, Уддав подумал, это должно быть Радика. And just as he bowed down to give pranam from a distance. И в тот момент, когда он склонился для того, чтобы предложить ей пранам с расстояния. Мадупакитава бандхо маспришангрим сападня кучавелалита мала кункамасмасубина Бахату Бадупатистан Манининам Прасада Яду Садаси Витандам Ясадута Самитри. Эй, Мадупа Китава Бандху,
О, friend of Ачита! Эй, Мадупа, Акитова банду, о, друг обманщика! Don't touch my feet. Не прикасайся к моим стопам. So when you give pranam, that means in your mind, that means you're touching the feet. So as he was bowing, don't touch my feet, you friend of Ачита. So though Radhika was speaking to the bumblebee, Uddhava was hearing it also that it was criticizing and rebuking him. Когда ты склоняешься перед кем-то, то мысленно ты касаешься стоп этой личности. Но по мере того, как Уда склонился, вдруг он услышал, как Радика говорит эти слова: «О, друг обманщика, не прикасайся ко мне». И хотя Радика критиковала Шмеля, но Уда подумал, что эти слова напрямую были адресованы ему. The problem is this, that Radhani was deeply meditating on Krishna. Суть заключалась в том, что Радхарани глубоко медитировала на Кришну. And in her heart, she saw that Krishna was immature and wearing a beautiful garment. И в сердце, в своем сердце, она видела, как Кришна, находясь в Мадхуре, как на нем была надета красивая гирлянда. And he is just now arriving at the palatial bedchamber of a Mathura Ramani, a beautiful princess of the Yadu dynasty. И Радика увидела, как Шри Кришна в таком красивом одеянии вошел в одни из покоев прекрасной царицы. And he is embracing and enjoying pastimes with her. Радика увидела, как он ее обнимал, как он наслаждался с ней сладкими лилами. And after he is relaxing. И после этого он просто расслаблялся. And the bumblebee is and attracted to the fragrance of Krishna and his beloved and the garland of Krishna. The bumblebee is landing on Krishna's garland and taking nectar there, and the kumkum from the breast of Krishna's new beloved is now all over the antenna and the whiskers, the mustache of this brahmara bumblebee. И Радика в своей медитации она увидела, как в своем видении она увидела Кришну, его возлюбленную, и она увидела гирлянду, находящуюся на теле Кришны, и она увидела, как этот шмель подлетел к гирлянде, и эта гирлянда была испачкана кункумой с груди возлюбленной Шри Кришны. И когда этот шмель, он начал прикасаться к нектару этой гирлянды, то его усики, они испачкались в этой кункуме с груди этой царицы. And in her meditation, Radhika is seeing this and becoming filled with irsha, jealousy towards her rival. И когда Радика увидела это, то она тут же испытала иршу, она испытала чувство ревности по отношению к своей сопернице. So in her meditation, the bumblebee was at and then she opened her eyes and saw a bumblebee coming and in her mind, it was him. It was the same one. В своей медитации Радика увидела этого шмеля, а после этого, через несколько мгновений, она открыла глаза и воочию увидела шмеля, и она восприняла этого шмеля за того, которого видела в своей медитации. It was a messenger from Krishna coming to pacify her and persuade her to accept him. Это был посланник от Кришны, который пришел убеждать ее о встрече с Кришной и замаливать его вину перед ней. So she said, Madhupa, don't touch my feet. Она сказала: Мадупа, не прикасайся к моим стопам. Madhupa means, madhu means wine or alcohol. Мадупа, маду означает вино или алкоголь. And pa means one who drinks. Pa означает тот, кто пьет. And Krishna is staying in Mathura, which is also called Madhupuri. Кришна также живет в Мадхуре, город, который по-другому называется Мадхупури. Since the time, thousands of years since the time of Yati Maharaj, all the Yadavas are famous for taking intoxication. И уже тысячи, so they live in Madhupuri. Уже тысячи и тысячи лет со времен Яяти Махараджа всем известно, что династия Яду славится своим несоразмерным потреблением алкогольных напитков и живет в Мадхуре. So, if a person who makes wine meets with a person who sells wine, and they meet with a person who drinks wine, then they all become happy. They all become friends. Если есть такой человек, который делает вино, и который встречается вместе с тем человеком, который продает вино, и встречается с тем человеком, который пьет это вино, то все трое, получая свою выгоду, остаются довольными. So now Krishna, he's gone there, and he's famous as a Yadava. Сейчас Кришна отправился туда, в Мадхуру, и известен под именем Ядава. And the bumblebee. He's also famous for Madhupa drinking the honey. Также шмель известен тем, что он пьет мед, so naturally, нектар. He's friends with Krishna. Поэтому естественным образом он подпадает под категорию друзей Кришны. And he's Madhupa. Pa means one who protects.
И он Мадхупапа означает тот, кто защищает. So the bumblebee is like the protector, the security guard of the alcohol. И поэтому Мадхупа он как па, он как защитник алкоголя. So if person has a job as security guard, that means they didn't go to college. Если у человека, если человек работает охранником, это первое, на что указывает, что он необразованный. So when she said Madhupa, you are security guard of the alcohol in Mathura, that means you have no education at all. И когда Радика обращается такими словами к Шмелю, называя его Мадхупа, она иными словами хочет сказать, что он является сторожем алкоголя в Мадхуре, говоря о том, что он полностью необразованный, неуч. Аниво Китова Банду, you are the friend of Ачита. Это Китова Банду, ты друг обманщика. Krishna is a cheater. Why? Почему Кришна обманщик? Because he told us, "Na pariyam niravaju samyujam." All gopis, I mean, that jiva, I can never repay you. And then what did he do? He left us. Потому что Шри Кришна нам расписывался в таких словах: "О, Браджа Гопи, я навеки в долгу перед вами. Да когда же я смогу отплатить вам за вашу любовь?" А потом раз и все, бросил нас и уехал в Мадхуру. Krishna is a cheater. He is a cheater. Why? Krishna... Because he told us, "I am saved, down to Kai." I'm coming back. I'm coming back just in a few days. Почему? But now so many months have gone by. Почему же Кришна также называет обманщиком? Да потому что он пообещал нам, что он оставит нас лишь на несколько дней. А сейчас сколько месяцев прошло, он до сих пор не вернулся. And a cheater is bad, but worse than a cheater is a kitavabandhu, the friend of a cheater. И также обманщик это уже плохо. Но если ты китавабандху, если ты друг обманщика, это еще хуже. Why? Because a cheater can tell some lies, but then you can go and verify whether it's true or not with someone else. But if he has a friend who's also in on his scheme, then you go to ask that person, you get confirmation from them, and then his illusion is complete. So the friend of a cheater is even worse than a cheater. Если есть какой-либо обманщик, он может сказать какую-то неправду. Но потом ты пойдешь к какому-то другому человеку, и тот, говоря тебе правду, уличит первого во лжи. Но если ты являешься, если тот является другом обманщика, то ты придешь к нему за подтверждением правды, а он тебе еще больше наврет, и получается это полная иллюзия. Маспришангрим, don't touch my feet, because you are a drunkard, you are intoxicated. Маспришангрим, ты не прикасайся к моим стопам, потому что ты пьян. So drunk persons, they always do грамья дарма. Пьяные личности всегда делают грамья дарму. That means when they get drunk, then they have to parties with women and everything. This is the грамья дарма is part of the drunkard's life. Когда алкоголики напиваются, они идут с женщинами развлекаться, это часть их жизни. So, if you touch someone who is sinful, then you become sinful also. Если ты прикасаешься к кому-то. So she's thinking, oh, this bumblebee, he's a friend of a cheetah, he's an intoxicated drunkard. If he'll touch me, then I may be intoxicated. So don't touch me. Mas prasangram. И Радика думает, значит, он получается и сторож алкоголя, сам алкоголик, получается, что он друг обманщика, получается, что он такой чувственный наслаждение. Если сейчас к нему прикоснусь, я полностью осквернюсь вообще, поэтому не прикасайся ко мне вообще. Radhika was hearing the humming of the bee, but she could hear there was a voice there. Radhika слышала не только жужжание шмеля, она слышала за этим жужжанием голос. О, моя госпожа. Don't call me your swami. Не зови меня своей свами. Krishna Priya, dear one of Krishna, don't call me Krishna's dear one. О, Кришна Прия, о, дорогая для Кришны, не зови меня дорогой для Кришны. I've come to tell you that Krishna is only thinking of you. Я пришел с тем, чтобы рассказать тебе, что Шри Кришна никому другому, кроме тебя, не помышляет. Oh, really? Правда? Kucha vilalita mala kumkuma smashubina. What's that on your antennae? А что там тогда на твоих усиках? I know what it is. Я знаю, что это такое. It's a kumkum from the breast of Krishna's new girlfriend, my rival. Это кумкума с груди новой возлюбленной Шри Кришны, моей соперницы. Bumblebee. No. It's a very long way from Mathura to Vrindavan. So on the way I became tired and thirsty. So I stopped off at a lotus flower to take a drink of some nectar to refresh myself. And when I went in the lotus flower, then
Шмель жужжал в ответ: нет, Радика, ну ты же не понимаешь, отсюда из Матхуры до Вриндавана это огромные дистанции для меня, чтобы пролететь. Поэтому по пути я остановился для того, чтобы взять пыльцу у одного лотоса. И когда я напился этого нектара лотоса сполна, то парах пыльца, она отложилась у меня на усиках, поэтому они стали цветные. Радика said, you liar. Радика сказала: ты лжец. I don't believe. Just go back to Mathura. Не верю, возвращайся обратно в Матхуру. Мамуби said, well, if you don't want to hear the message from Krishna, then I suppose I should just go. Шмель сказал: ну ладно, если ты не хочешь услышать послание от Кришны, то я так полагаю, мне лучше улететь. Радика said, Bahatu Madhupati, yes, go. Радика сказал: да, улетай. Yes, you go. Bahatu Madhupati Tanmanini Nam Prasanga. In Mathura, there are so many beautiful young ladies. Krishna arranged to meet with one, but then on the way he met with another one. Да. So he was late, and when he finally showed up to meet this one, then she was in Man. So instead of trying to pacify me, you should go to Mathura, because when he's pacifying her, he's late for his next appointment, and when he's meeting with her, he's late for the next one. And in this way, there are so many young girls in Mathura. They're all in Man with him. So don't pacify me, because there's no hope. He needs your help in Mathura. И Радика сказала Кришне, что ты не старайся тут меня утешить. Ты лучше пойди и постарайся утешить ту возлюбленную Кришны, на встречу которую он опоздал. Потому что сначала он собирался встретиться с одной, но по дороге его увела другая. Потом, когда он стал идти продолжать свой путь к первой, то, обнаружив ее, она уже была в полном Мане, он стал ее утешать, но с этим он опоздал на встречу к другой возлюбленной, поэтому знаешь что, Шмель, ты лучше не меня тут утешай, а иди и утешь тех возлюбленных, которые сейчас в Мане на Кришну, потому что иначе он опоздает на все свои запланированные встречи. Ага, little bumblebee. О, маленький шмеленок. Яду садасивитамбам ясуду там астамидрик. A person who will have a messenger like you will become the object of ridicule. Личность с таким посланником, как ты, просто станет объектом насмешек. The assembly of Yadus will be ridiculed. Вся ассамблея Яду будет ходить под бременем шуток. That is because even though you come here trying to proclaim that Krishna is innocent, but you have the praman, the evidence of his infidelity all over your face. Хотя ты пришел сюда с тем, чтобы защищать Шри Кришну, но проман, у тебя везде компромат, а? На лицо у тебя, все на лице. Yes. So, but you are so drunk, you are not even aware. You come here smiling with the cosmetics of his girlfriend on your face and saying, Krishna is only thinking of you. Но ты настолько пьян, ты полностью перепачкан в косметике возлюбленных Шри Кришны в Матхуре, а приходишь сюда и говоришь мне о том, что Шри Кришна любит только тебя. That means Krishna will not be able to hide his activities in Mathura. Это означает, что Кришна в Матхуре не скроет свои деятельности. And all the Yadus will become the object of ridicule, because the kings of the other dynasties, they're all lovers, they're all those Yadus, all their women have been spoiled by this coward boy. И над всеми Яду начнут насмехаться другие цари, потому что они скажут, что этот потомок династии Яду оскверняет всех девушек у себя в государстве. Means that Krishna will not be able to hide his activities having a messenger like you. Кришна не сумеет скрывать свою деятельность, имея такого посланника, как ты. Because instead of hiding his activities, you are so drunk that you are advertising them. Потому что вместо сокрытия его поступков ты настолько пьян, что ты просто ходишь и являешь их везде. Exactly like Chuchundra. Точно как Чучундра. Chuchundra means a muskrat. Как мускусная крыса. So if the muskrat meets with his female muskrat. Если эта Чучундра встречается с Чучундрани. Со своей подружкой. So then he'll meet with the female muskrat in a very hidden place. То она будет с этой мускусной крысой встречаться в скрытом месте. But the problem is when he meets with the female muskrat at that time, then the fragrance of the muskrat spreads everywhere. Но проблема-то будет заключаться в том, что когда у них брачный период начинается, то они источают такой неповторимый запах, что об этом всем становится известно, даже несмотря на то, что они укрыться пытаются в норке. And from that fragrance, then everyone can know.
От этого аромата все сразу поймут, чем там они занимаются, эти мускусные крысы. So in this way, Radhika was intimating, she was implying that Krishna is like a muskrat, and you bumblebee are like his scent. Так Радика намекала на то, что Шри Кришна является чучундрой, а шмель является ароматом этой чучундры. So what kind of messenger are you? You be the cause of ridicule for the Yadu dynasty. Что за, ты за посланник такой негодный? Ты просто из-за тебя над всей династией Яду насмехаться потом будут. Radhika said, Sakhidadarasudam sammohinim payayetva sumanasaya sadhyastapta jaisman bhavatrik paricharatikatam tatparapadmam nupadma yapibatarita cheta uttama shloka jalpay. Radhika сказала, just once Krishna made me taste the nectar of his lips. Лишь единожды Кришна заставил меня вкусить нектар своих уст. And then he left me. И после этого он меня оставил. So, bumblebee, you are just like your master. И ты, шмель, подобен своему господину. Because a bumblebee goes to a flower and drinks nectar and then goes and takes nectar from another flower. At one point he becomes so intoxicated he loses all discrimination and will even go to a flower that has no nectar. Потому что шмель перелетает с цветка на цветок после того, как и запьет нектар из цветка предыдущего. Но после того, как он напьется этого нектара вдоволь, он уже теряет полную дискриминацию и начинает садиться даже на те цветы, в которых нет этого нектара, в которых нет этой вкусной для него пыльцы, безвкусные цветы. If Krishna is so bad, then why is it that Lakshmi Devi is always serving his lotus feet? Шмель сказал, если Кришна настолько плох, то почему же тогда Лакшми Деви всегда совершает служение его лотосным стопам? Radhika says, yes, we are not foolish and naive like that Lakshmi. Radhika сказала, да, мы не такие глупые и наивные, как та Лакшми. Yes, it's true, Lakshmi is always serving, that means his always life is always fortunate. Why? Because her heart was stolen by his sweet words. Да. His jalpa. Да, это Лакшми Деви. Она невероятно удачлива. Она служит постоянно его лотосным стопам. Почему? Потому что сердце ее было украдено джалпой, его сладкими речами. But not us. Но мы не такие простосердечные. That means that it's actually her heart was Madura Yagira. Like this. But she's criticizing. But now I have experience. I know the nature of his sweet words. I cannot be fooled like Lakshmi Devi. Но сейчас я знаю цену его сладким словам, поэтому так одурачить меня, как ему удалось одурачить Лакшми Деви, Кришне не получится. Then Bumblebee was humming. But Krishna is so wonderful. Но Шмель отвечал, Кришна такой удивительный. He has all fine, refined qualities. У него все утонченные качества. He is such a gentleman. Он такой джентльмен. He is so kind and affectionate. Очень добрый, очень любвеобильный. Radhani said, Kimiha bahu sadangre gayasitam yadunam adipatim agrihanam agratona puranam vijaya sakasakinam giyatam tatprasanga chapita kucharu jaste kalpayantishtamishta. Радхарани сказала, Bumblebee, why are you going on and on about Krishna? Like a barking dog. Шмель, почему ты все время продолжаешь просто что-то говорить и говорить про Кришну? Ты просто подобен лающей собаке. If a dog keeps barking and barking and barking, then everyone becomes disturbed. Если собака тявкает постоянно, то всем это уже наконец надоедает. And not only that, you have so many things to say. Kimihabaru sadangre. You are called the Satpada. Bumblebee has six legs. Ты столько всего сказать хочешь, шмель? Шмеля зовут шестиногим. That means that human beings, they're not so intelligent. They have two legs. Люди означает, они, это означает, что они не такие как, умные, как люди, потому что у людей две ноги. But donkeys, they're completely stupid. Million times more foolish than human beings, and they have four legs. Люди не настолько умные личности, но ослы еще более глупые, чем люди, потому что у них вместо двух ног четыре ноги. But you are sadangri.
You have six legs. So what can I say about the extent of your intelligence? Но ты, Сатан, говоришь, что уже говорить о тебе, если у тебя шесть ног, насколько глуп ты? All I can say is this: that if you want to come here and sing a song, then you have to sing an appropriate song. Все, что я хочу тебе сказать, Шмель, это если ты сюда прилетаешь, тебе следует петь уместную песню. You know? If someone is a singer and they go to a funeral and they start singing "Happy Birthday," everyone will hit him and throw him out. Singing a song is okay, but you have to sing the appropriate song for the appropriate time and place. Представляете себе ситуацию? Идут похороны и какой-то человек приходит на эти похороны и что петь с днем рождения? Ну то есть песни петь это нормально, но надо петь их в правильном месте в правильное время. So we have abandoned everything for Krishna's happiness, and Krishna abandoned us, and now you want to come here and sing his glories. Ради wrong счастья. Time, wrong place, ради счастья. Wrong audience, ради... wrong. But you cannot understand because you are sadangri. You have six legs. Ради счастья Кришны мы оставили все, а теперь ты приходишь сюда и говоришь о каком-то счастье нам, но ты выбрал и неправильную аудиторию, неправильное место, неправильное время. А почему? Все потому, что у тебя шесть ног, мозгов, потому что. And there's another thing. И еще. Мистер Брамар. Мистер Брамар. Agratona Puranam. We are Adipatim Agrihan, we are Agrihanam. That means we've lost everything. Мы Агриханам, мы все потеряли. We have no house, we have no money. У нас we нет ни денег, ни дома. Мы все потеряли, so все оставили. If a professional singer will go somewhere to sing, they're singing because they want to get paid. Если профессиональный певец куда-то приходит со своими песнями, то уж точно он не приходит туда петь бесплатно. So why are you singing to us? We have nothing, we cannot pay you. Так зачем ты нам поешь свои песни, если мы бездомные, у нас денег никаких нет? You are Krishna's friend, so we know for sure that you don't do something for nothing. Ты друг Кришны, поэтому однозначно мы уверены в том, что что-то просто так делать ты не будешь. But we give you the open disclaimer now. We don't have anything, so no need for you to sing here. Но мы тебе открыто говорим, что у нас ничего нет, поэтому и не надо тебе тут песни свои распевать. Agratona Puranam. And anyway, if you want to sing about Krishna, you just met Krishna last week. We know Krishna since the day we were born. So anything that you tell us about Krishna, this is Purana, old news. И тем более, ты знаешь Кришну, ты прилетел от Кришны. Вот-вот, ты его знаешь, может быть, с неделю. Мы знаем Шри Кришну с самого нашего рождения, поэтому все, что у тебя есть нам о нем рассказать, является лишь Пураной, лишь старой историей, которую мы без тебя давно знаем. Виджая сака сакинам, гиятам татпасанга. Бамбуби, I know we don't get along, but still, I am going to give you some confidential advice. Я знаю, Шмель, что не получится у нас с тобой никакого нормального общения и сотрудничества, но так или иначе хочу дать тебе совет. I know that you have no education, no culture. Я знаю, что ты и не цивилизованный, и не образованный. So it's very certain that you have never read the Kama Sutra. Поэтому однозначно, что Kama Sutra ты никогда не читал. You don't know the Siddhanta of Vatsyayana Muni. То, о чем писал Vatsyayana Muni, тебе точно неизвестно. So I'm feeling sorry for you, so I'm going to give you some advice. Поэтому мне тебя немножко жаль и дам тебе, пожалуй, совет. Krishna is the Vijaya Saka. Vijay means that he is victorious. Krishna является Vijay Saka. That means in the Kama Sangram, in the love battle with his new lovers in Mathura, he is very victorious. Vijay означает победитель, то есть это означает, что в своих любовных играх с девушками Мадхуры Шри Кришна выходит победителем. So, Bumblebee, instead of singing here, you should go and sing songs to his new girlfriends. Поэтому тебе, Шмель, лучше не здесь свои песни распевать, а отправляться к его новым возлюбленным и петь свои песни им. Чапитакути, and because they are feeling very intense calm pita, the pain of lust in their breast. И также они испытывают сильнейшую кампиду, боль в желании в своей груди. Kalpayanti stamista. And if you sing about Sri Krishna's glories and his loving pastimes to those the Mathuramanis, then they'll be very happy and they're wealthy also, and they'll pay you very handsome wages.
Поэтому если ты отправишься к Мадхура Рамани, к царицам Мадхуры, и будешь воспевать о славе Кришны, и будешь воспевать им о его сладостных лилах, поскольку они богатые, они должным образом тебя одарят. Because I will tell you this, Siddhanta. Потому что я тебе скажу такую философию. That when the heroine is meeting with her beloved. Когда героиня встречается с возлюбленным. Oh, how much pain he gives to her breast with his nails. To that degree, she feels pleasure. В равной степени, в какой он возлюбленный причиняет своими ногтями боль груди героини, в равной степени она испытывает удовольствие. And it is the Siddhanta of Vatsyayana Muni that if afterwards she will hear a description of that lila from someone, then only by hearing she will feel the same pleasure again. И согласно Сидданте, согласно философии Ватсьяяна Муни, если когда-то она расскажет эту историю кому-то, а потом из чьих-то других уст услышит ее же, то она испытает то же самое счастье, какое она испытывала на момент встречи со своим возлюбленным. If you go and sing about Krishna to them, they can pay you very handsomely, so just go, go, go. Поэтому если ты поешь, отправишься в Мадхуру и споешь там о славе Шри Кришна, то они тебя очень щедро одарят. Поэтому отправляйся, отправляйся. This is all Vakrukti. Это все Вакра-Укти. All crooked words, only revealing Radhika's own desire. Все такие изворотливые слова, которыми Радика на самом деле являет свое желание. Бамбуби said that... Lose faith in Krishna. Шмель сказал, но не теряй веры в Кришну. He loves you and he will come back to you for sure. Он любит тебя и он однозначно к тебе вернется. Радхани said, Devi Bhuvichara Sayan, Kastriyasta Durapa, Kapacharitira Asa, Brubirjambasayasu, Janaraja Upaste Yasya Bhuti Vayamka, Apichakipanapakshe, Uttama Shloka Shabda. Why will Krishna come back to me? Радика сказала, зачем Кришне возвращаться ко мне? What woman is unavailable to him in heaven, on earth, or in the lower planets? Какая женщина может только быть недоступной для Кришны на райских планетах, на Земле или на более низких планетарных системах? Devyo Vimana Gatayo. Krishna, when he plays his flute, he charms the devis in the heavenly planets. Когда Шри Кришна играет на своей флейте, то он пленяет Деви с райских планет. Oh, he stole the hearts of the yagic brahmanas, wives of yagic brahmanas on earth. Он украл сердца жен ягика брахманов на земле. From the lower planets, the planets of the nagas, the wives of Kali all became his devotees. Жены змеи нагапатни, они стали молиться ему, so, также испытав чувство любви к нему. All he has to do is do one of his very deceitful smiles. Хапатару Чирахаса, все, что от него требуется, это улыбнуться своей обманчивой улыбкой. Бруви Димба Сиясу, and raise his eyebrow. И приподнять его брови. And any woman in the three worlds just surrenders to him. И все, любая женщина во всех трех мирах просто предастся ему. So why would he need to come back to us, poor homeless village girls? Поэтому зачем, какой толком возвращаться к нам, бедным и бездомным нищим девушкам? Even Lakshmi Devi, the consort of Lord Narayan, has left Lord Narayan and is serving his lotus feet. Даже Лакшми Деви оставила своего Господа Нараяну и пришла для того, чтобы служить его лотосным стопам. But at least we Kripana, we very, very wretched persons. Но несмотря на то, что мы являемся Крипанами, at least we can chant his name, Uttama Shloka. Несмотря на то, что мы являемся настолько жалкими, настолько неудачливыми падшими, хотя бы нам остается одно, это возможность воспевать его имя. The bamboo piece. I'm sorry, I'm confused. Шмель сказал, ой, простите, я сбит с толку. You said that Krishna is a liar and a cheater. Ты же назвала Кришну обманщиком, лгуном. That you have no faith in him. Ты говорила, что у тебя нет в него веры. But now you're saying that at least you can chant his name. А сейчас ты говоришь о том, что хотя бы у тебя есть возможность воспевать его имена. And find some solace in that. И испытывать в этом какое-то утешение. So how will you find happiness or solace in chanting his name, if on the other hand you think he's a liar and a cheater and you have no sraddha in him? Какое счастье, какое успокоение ты найдешь в воспевании его имен, если с другой стороны ты почитаешь его обманщиком, лгуном, нечестивцем? Radhika said, "We are like the disciples of Jaimini Rishi." Радика сказала, потому что мы гопи подобны ученикам Джаймини Риши. Jaimini Rishi is the sage of the Purva Mimamsa philosophy. Jaimini Rishi основатель философии Пурва Мимамсы. They do yagyas.
Они совершают яги. Деватам. But the truth of the philosophy of Paramahamsa is that they don't believe that the devatas even exist. No. They have no faith in any devata. They just know that by saying this mantra, this result will come. Но суть философии Парамахамсы заключается в том, что они являются атеистами. Они даже ни в каких деватов вообще не верят. Они просто верят в механичность этого ритуала, что они будут его совершать и что-то получат в ответ. You say this mantra, this result will come. Такую мантру произносишь, такой-то результат придет. So in the same way, we don't have any faith, we don't have any trust at all in Krishna. Поэтому никакой веры, никакого доверия у нас к нему нет, к Кришне. But still, we trust His name. Но все же у нас есть вера в Его имя, Uttama Shloka Shabda. His name may be merciful to us. Его имя, может быть, проявит милость к нам. Even though Krishna is not merciful. Даже несмотря на то, что сам Кришна не милостив. The bumblebee was and came by the feet of Radhika. Шмель продолжил жужжать и подлетел прямо к стопам Радики. Visrajasi rasi param vedbham chatukara anunaya anunaya vedaste beitya dautyam kundas swakritam miha Vasrista patya patyanya loka Vasrichada krita cheta kimnu sandeyam asmin. Hey, Bumblebee, give up my feet. О, шмель, отлетай от моих стоп. I don't want to hear your words of solicitation. Не хочу услышать твои слова утешения. Because I know that you have learned all these techniques from Mukunda Krishna. Потому что я знаю, что все эти техники ты изучил от Мукунда Кришна. When Krishna used to have some misadventures, когда Шри Кришна тут и там веселился, and he would finally come to me with, he had so many excuses. У него было столько много предлогов. So many honeyed words to cover his faults and change my mind. Столько всяких медовых речей он не лил в уши. So I already have experience in this. Поэтому в этом я уже опытна. So he is your guru and you are his student. You are not better than him at this. Поэтому он твой гуру, ты его ученик, так что ты его переплюнуть не можешь в этом. So what makes you think that you can pacify me? Что же заставляет тебя быть таким уверенным в том, что ты сможешь утешить меня? Swakritamiha visristapattipattanyaloka. We gave up all of our family members. Мы оставили all happiness in this life and the next for him. Мы оставили всех наших членов семьи, все наше счастье в этой и в последующих жизнях ради Кришны. And he abandoned us. Но как итог, что он сделал? Оставил нас. Kim nu sandeya masmin. So there's no need to have any reconciliation or negotiations with this fellow. Поэтому больше никаких переговоров с ним вести не стоит. Because he's incorrigible. Потому что он не мужественный. He will never change. Никогда он не поменяется. We have heard from Purnamasi. Мы слышали от Пурнамаси. That Mrigayoriva Kapindram Vivyade Lupta Dharma Sri Makrita Virupam Sri Jita Kamayanam Balimapi Balimatpat Dvastayad Vadya Dvangsya Vadyas Tadalamasita Sakya Duscha Jastat Katata. In his previous life, we heard from Purnamasi. He was a prince named Ramchandra. Мы слышали от Пурнамаси, что в прошлой жизни он был принцем, которого звали Рамачандра. And when Bali was fighting with Sugriv, и когда Бали сражался с Сугривом, he hid, and from a hidden place he shot Bali. И из скрытого места он пристрелил Бали. Now, first of all, hunters are very cruel. Во-первых, охотники очень жестокие. But even hunters don't kill monkeys. Но даже охотники не убивают обезьян. But he did it. А он это сделал. And he was a Kshatriya. И он был кшатрий. So Kshatriyas have to fight face to face, but he broke all dharma by shooting him from a hidden place. А кодекс кшатрий гласит, что следует сражаться лицом к лицу с врагом, а он приступил всякий бойцовский этикет и пристрелил его со спины. So he is cruel. Поэтому он жестокий. And he is deceitful. И он также обманщик. Not only that, but when Supurnaka wanted to have a relationship with him,
Then he had her nose and ears cut off. И не только это, но когда он захотел, когда супружника захотела возыметь отношения с ним, то он отрезал ее руки и нос. So he also has уши и нос, простите. So he also has because he was attached to Sita. Потому что он был к Сите привязан, поэтому он с ней так жестоко и поступил. So this is Krishna's nature. He becomes attached to one woman and does cruelty to another one. Вот такая природа у Кришны: привяжется к одной и делает больно другой, жестокости всякие чинит. Not only that. Не только это. We've heard that in a previous life he was the Vamandev. В еще предыдущей жизни он был Vamandev, мы слышали. So if a person is doing a fire yaga, they set up all the ingredients, everything is suci, pure, pavitra, and then what happens? A black crow comes and starts to bite and steal and contaminate all the ingredients in the yagya and spoil it. Когда какой-либо человек собирается совершить ягью, то все вокруг должно быть сучи и повитра, все должно быть очень чисто, очень все по правилам, согласно ритуалам. Но если какая-то ворона черная прилетит и начнет и каркать, и хватать ингредиенты, и осквернять все. So Bali Maharaj, he was doing a yagya, and he came there like a crow and spoiled everything. Bali Maharaj начал делать ягью, он пришел туда как эта черная ворона и начал все портить. And even though Bali Maharaj gave him everything, but he bound him up and pushed him down to Sutal. И хотя Бали Махарадж дал ему все, но тот все равно его связал и опустил в Сутал. So he's ungrateful. В адскую планету, поэтому он неблагодарный. So Krishna, this is his nature. Какова природа Кришны? Not only in this life, и не только в этой жизни. But from the samskaras of many previous lives. Но у него самскары, такие впечатления с прошлых жизней многочисленные. He was deceptive. He was very unkind to ladies. And he was ungrateful also. И он был и неблагодарным, и жестоким, и обманчивым, и недобродушным по отношению к женщинам. So Kimalama Sita said, I don't want to have anything else to do with this dark fellow. Не хочу я ничего больше с этим темноликим иметь. This black fellow. С этим черным парнем. I'm not blaming Krishna. Я не обвиняю Кришну. It's not his fault. Это не его вина. You know, Ramachandra was black. Знаете, Рамачандра был черным. Vamandev was black. Vamandev был черным. Oh, crows are black. Вороны черные. And cuckoo birds, they come, they go to the bird's nest. Kick out their eggs and lay their own eggs there, and then fly away. And then the mother comes and sits and hatches them, and takes care of them. And then one day cuckoo comes and goes, and then the babies fly away, leaving the mother in shock. Oh, what happened? Что делают кукушки? Они прилетают в чужие гнезда других птиц совсем, выкидывают из гнезда их яйца и насаживают свои кукушачьи яйца. И в то время, когда эта мама-птица добротным образом отогревает эти яички, холит их и лелеет, потом, когда птенцы вылупляются, там оказываются маленькие кукушата, которые просто крякнут два раза и улетят. And what color are cuckoos? И какого цвета кукушки? Black. Черного. Are you recognizing the pattern here? Вы видите тут какие-то некоторые совпаденческие узоры? So that's the character такие. Of all blacks. Вот это характер всех черных. So we are not blaming Krishna. It is not the fault of Krishna. Мы не обвиняем Кришну, это не It's его вина. It's the fault of black. Это просто погрешность черного цвета. The bumble said, but if Krishna so bad, why are you talking about him all the time? Шмель сказал, ну если Кришна такой плохой, но почему тогда ты о нем разговариваешь все время? Тадалама сита сакья джусту джастат катата. Oh, this is the tragic situation. Ну вот в этом и трагизм моей ситуации. I can give up that cheater Krishna. Я могу оставить этого обманщика Кришну. But I cannot give up Krishna Katha. Но никак не могу оставить Кришна Катху. Why? Почему? Ядану чарита лила. Kana piyu savi prut sakritadara viduta dandu dharma vinasta sapati kriya katumbam dina mutsritya dina bahavaya vihanga bhikshu chayam charanti. Where is that person who first told me about Krishna? Где эта личность, которая впервые рассказала мне о Кришне? If I could find that person, I would teach that person such a lesson they will never forget. Если бы я встретила только эту личность, я бы преподала ей такой урок, который бы тот никогда не забыл. Because if only one drop of the nectar of Krishna's lila goes into someone's ear, then their dedication to the dualities of this world, their family and society, everything is completely destroyed in a moment.
Потому что если хотя бы капелька нектара Кришны Лилы попадет кому-либо в уши, то тогда и вся дуальность этого мира, вся, весь взгляд о двойственности этого мира, и все члены семьи, и все любимые люди, и все общество, все это полностью отвалится из внимания таких людей. Сабати Криха Кутумбам. And at once they leave their, all their family members. И тут же такие люди оставят членов всей своей семьи. And then they just wander here and there. Like a bird, homeless bird going from tree to tree. И начнут бродить здесь и там, подобно той бездомной птичке, которая перелетает с дерева на дерево. Bhikshucharyam charanti, and they become beggars. Такие личности, они уподобляются попрошайкам. So beware, don't listen to any Krishna katha. Поэтому будьте осторожны, ни в коем случае не слушайте Кришна катхи. If one drop of Krishna katha will go in your ear, your life is destroyed. Потому что если хотя бы капелька этого нектара Кришна лилы попадет вам в ухо, то жизнь ваша будет полностью разрушена. So then, Radhika, she said, Vayaritam iva jima vivyade Vyaritam svadadana Kulikarutam evagya Krishna vadvoharinya Dadrishura sakridetam Tat thannakas parshativra Spararujam upamantrim Banyam anya katha Banyatam anya varta. Radhika was remembering her childhood. Radhika стала вспоминать свое детство. There was another bus arrived. Radhika saying, we put our trust in Krishna's words. Radhika сказала, мы так беззаветно верили в слова Кришны. He told us. Он сказал нам. Oh, Radhika. Oh, Radhika. You can be very harsh to me. Ты можешь очень жестко себя со мной вести. Or you can be very soft with me. Или очень мягко. Kapoor Baba Mridviva. In any way you can treat me, but still I cannot live without you. Your face is like a chandra moon, and I am like a chakora bird. Ты можешь как хочешь со мной обращаться, но твое лицо подобно чандре, а я подобен птичке чакора. I cannot live without you. Я не могу без тебя прожить. So Krishna spoke in his way, and we put shraddha, we put faith in his words. И Кришна так с нами разговаривал, и мы имели абсолютнейшую шрадху, мы беззаветно верили в его слова. But now we realize the truth. А сейчас мы осознали истину. That Krishna is just like a cruel hunter. Что Кришна лишь подобен жестокому охотнику. When a hunter wants to catch deer, когда охотник хочет поймать оленя, then he plays on, goes in the forest and he plays on a flute. Он отправляется в лес и начинает играть на своей флейте. And the sound of his flute is so charming that the deer is listening, and the deer, instead of running away, the deer becomes still, and the deer turns her head to one side like this and raises her ears and becomes absorbed in that sweet music. И звук его флейты настолько чарующий, что олениху он просто завораживает, и вместо того, чтобы в страхе убежать, она останавливается на одном месте, приподнимает ушки и пьет нектар этой музыки. And the deer, that female deer is very happy. Эта олениха очень счастлива. And just when she's least expecting it, then the hunter comes and puts his spear in the heart of the deer. Когда она менее всего того ожидает, то тогда охотник приближается и вкалывает ей кинжал в сердце. So we are exactly like that. И мы подобны этому. Because we became enchanted by the sweet words of Krishna. Потому что нас очаровали сладостные слова Шри Кришны. But now Sri Krishna is gone. А сейчас он ушел. And we feel that spear. И мы чувствуем этот штык в своем сердце. But not one time. Но не единожды ударены мы им. Дадришу асакридейтам таннакати васпарша. That means in separation. Shrimati Radhika has a spurti of Sri Krishna.
Это означает, что в разлуке Радика видит спортившего Кришну. And she feels the touch of his sharp nails on her heart. И начинает ощущать на своем сердце прикосновение его острых ноготков. But then Кришна disappears. Но после этого Шри Кришна исчезает. And it is more than death, not once, but again and again and again. И это сильнее смерти, но происходит это не единожды, а снова и снова и снова. I am suffering from the smara ruja, the pain of Cupid. Я страдаю от смара руджа, от боли, которую приносит мне Купидон. So upamantrim banyatam anyavarta. Just upamantri. That means advisor, bumblebee. О упомантри, это означает о посланник, о советник. Stop speaking about Krishna. Speak about another topic. Прекрати разговаривать все время о Кришне. Поговори о чем-то новом. Смени тему. Bumblebee is thinking, I am not speaking about you. You are speaking about Krishna. And you are telling me to change the subject. Шмель думает, так это не я про одну и ту же тему говорю, а это ты постоянно про нее говоришь. Я вообще молчу. Radharani called Bumblebee Upamantri. Радхарани назвала Шмеля Упамантри. So Удава is there. Удава это шокировало тоже. Вришни нам праваро мантри Кришна сада. Because Krishna is the mantri of the Удава is the mantri of Krishna. That means advisor. Потому что Удава является мантри, советником Кришны. And Upamantri means messenger. Упамантри означает посланник. So sometimes then the advisor, he may give a message to the upamantri and then he'll deliver that. Временный посланник, временный советник может дать гонцу послание, и тот его доставит. But there's another insult included in this. Но тут еще одно оскорбление вкраплено. Because if the king sits on the throne. Потому что если царь сидит на троне, and next to the king is the mantri, the minister. Рядом с царем министр, мантри. And next to the minister is the buffoon, the court jester. И рядом с министром какой-то придворный шут. So the buffoon, the court jester, is called the upamantri, because he stands next to the mantri. И вот этого шута придворного его зовут упамантри, потому что он рядом с министром стоит. So smararuja upamantrim banyatam anyavata. Oh, you buffoon, you jester. Ах, ты просто скоморох несчастный. You should talk about something. Поговори о чем-то новом. So then, the bumblebee flew away. Шмель улетел. Then Radharani. Oh no! Радхарани испугалась. О нет! I was rude to him. Я так грубо себя с ним вела. And I criticized his master Krishna. Покритиковала его господина Кришну. And now he's gone to Mathura and he's going to tell Krishna everything that I said. И теперь он улетел в Матхуру и собирается рассказать Шри Кришне все то, что я ему говорила только что. I never asked him about the things that I really want to know. I didn't ask him how is Krishna, what is Krishna doing, anything. Никогда даже я не задавала ему вопросов, ни разу ни о чем не спросила, как там Кришна, обо всем том, что меня так интересовало. So Radharani, she was before angry, now she became angry with her own anger. Радхарани до этого испытывала чувство гнева, сейчас она уже испытывала чувство гнева по отношению к своему собственному гневу. That it came at the wrong time. Что не вовремя этот гнев взошел в ней. And now she was completely depressed. И теперь она погрузилась в полную депрессию. So then, another bumblebee came. Другой шмель прилетел. But for Radharani, it's the same one. Но для Радхарани это был тот же самый. It's the one that was on Krishna's garland in Mathura. Это тот же самый из гирлянды Кришны в Матхуре. When she saw the bumblebee coming back, she stood up. Когда она увидела возвращающегося шмеля, то чтобы поприветствовать его, она встала даже. And she said, "Priya, sasasasakakakaka." И она назвала его Приясака. Priya, sasasasakakaka. Means my dear friend. Мой дорогой друг. Saka means someone you play with. Сака означает тот, с кем ты играешь. And Priya means dear, it especially means someone who feels your happiness and distress. Priya означает настолько кто-то тебе дорогой, кто чувствует все твои и печали, и радости. And Priya Saka means that friend who's always there with you at the time of your difficulties. И Priya Saka это означает, что тот, кто разделяет с тобой, кто пребывает с тобой во времена всех твоих трудностей. So when Radhika saw the bumblebee coming back, then she said,
Priya Sakha, with a very high emotion. Oh, you did not abandon me in my time of distress. И когда Радика увидела этого возвращающегося шмеля, она тут же обратилась к нему со словами: "О, Priya Sakha, в минуту моих тяжелейших трудностей ты не оставил меня." Priya Sakha puna aga, prayasis prasito kim, varya kim anurunde mananiyo simenga. Nayasikatamihasman jushtya dvandva parsvam satatamurasi somya strivadu sakamaste. Radharani said, Radharani сказала, Priya Sakha puna aga. Oh, dear friend, you came back. О, дорогой друг, ты вернулся. Even though I was rude to you. Даже несмотря на мою грубость по отношению к тебе. And even though I criticized Krishna. Даже несмотря на то, что я критиковала Кришну. And even though you went and you told him everything. И даже несмотря на то, что ты полетела и сказала ему обо всем. Priya Sakha prasito kim. Did you come back yourself, or did he send you back? Вернулся ли ты по своей воле, или это Кришна тебя обратно вернул? And when Radhika said Priya Sakha means my beloved. Did my beloved send you back? И когда Радика произнесла эти слова, Преса, мой возлюбленный, или тебя вернул? She just said prayers, and then she choked. Она просто сказала Прес, и потом голос ее задрожал. Because now it came out. Потому что все, она себя выдала. Right, Madhupati, Ketava Bandhu. Madhupati. Everywhere she's criticized him. То есть она везде его критиковала. Now it came out, Prayasa. А сейчас его ее подлинное настроение, оно вышло наружу. Really, he's my beloved. Что по-настоящему Шри Кришна мой возлюбленный. Проси ты кем, прислал ли он тебя ко мне? Чего ты хочешь? Как я могу тебе услужить? О, мой дорогой, ты являешься объектом моего поклонения. Что я могу для тебя сделать? So Radharani went from Mass Prasangam, don't touch me, get out too. Oh, you are most honorable for me. How can I serve you? Радхарани полностью изменила свое настроение. Вместо слов «убирайся отсюда и не прикасайся ко мне», она стала называть его дорогим другом и стала спрашивать, каким же образом она может ему услужить. Because you came back. Потому что ты вернулся. Why did you come back? Почему ты вернулся? Nayasikatami Hasman. Did you come back to bring me to Krishna? Вернулся ли ты за тем, чтобы вернуть меня к Кришне? Well, because a duty is going back and then giving a message and then coming and then bringing. Потому что посланники, посланницы, они между героями и героиней письма переносят для того, чтобы устроить их встречу. So when Radhika said prayasa, at that point her voice choked and she started to swoon. And she was in like a fainting condition and speaking as if she were not even there. И когда Радика, она едва ли закончила слово «прес», и она сказала «прес», и голос ее задрожал, то тут же она погрузилась в такое состояние, она чуть не потеряла сознание. Seeing Radharani now lose external consciousness, but still speaking in a state of swoon, Uddhav just burst out crying, and all the sakis and gopis were around. They were all weeping. И в это время Радика начала говорить какие-то бессвязные фразы. Видя в этом состоянии Радику, Уддхав начал плакать, и также стоящие близстоящие гопи, они тоже пришли в невероятное состояние волнения и тоже разрыдались. So Radharani said, "Have you come here to take me to him?" Радхарани спросила, пришел ли ты сюда для того, чтобы забрать меня к нему? Radharani said, "I don't want to go." Радхарани сказал, я никуда не хочу идти. How can I go and be there along with so many sapatni co-wives? Как я могу отправиться туда и пребывать там в компании стольких многих сапатни, других его жен? Of the Yadu dynasty. В династии Яду. Bumblebee said, "Krishna is not keeping company with any women." Кришна, шмель сказал, Кришна не поддерживает, не находится в обществе никакой женщины. Didn't you hear? He went to Gurukul. He's been studying the Vedas, so he doesn't do any stri sangha anymore. Неужели ты не слышала, что Шри Кришна отправился в Авантипур, в Гурукулу, что он не совершает никакую стри сангу ни с какими женщинами, он вовсе не общается?
Bumblebee said, yes, he may have been, the Red Ranger said to Bumblebee, yes, he may have been studying the Vedas. Arthur Ranger сказал, да, может, он и изучал Веды. But I think it will be very difficult for Krishna to change his nature. Но я думаю, для Кришны его природу изменить крайне трудно. Why? Сататаму раси, сомья, стривадву сакамасте. Don't you know that always on his chest there's a golden line? Почему? Неужели ты не знаешь, что на его груди всегда присутствует золотой завиток? And she's saying here, сататаму раси, сомья. And calling him Soumya. И она его зовет Соумья. So first she called him Ketavabai, friend of a cheetah. Сначала она называла его другом Апанчика, Кетавабанду. А теперь она называет его Соумья. Удав замер. Why? Because when Krishna sent him, he said, he's got Shujjavabharadam Soumya. Почему? Потому что он... The same name that Krishna told Udav, now she told to the Bumblebee. So Udav's listening to her and taking it very personally. Удав теперь очень лично все начал воспринимать, потому что когда Кришна отправлял его из Матхуры во Вриндаван, то, схватив его за руку, он сказал, Гача Удавабраджам Соумья. Он назвал его Луналиким. И сейчас Радика называет Шмеля Соумья. Поэтому вдвойне все персонально для него так звучит. So Srivadu Sakamaste, that Lakshmi Devi is living on his chest as a golden lion. When no one's looking, she manifests, and Krishna is enjoying, even with the wife of Lord Narayan. When anyone comes, she. Lakshmi Devi всегда присутствует на груди Кришны как золотая линия, и когда он находится наедине с собой, когда никого рядом нет, то она тут же принимает свою олицетворенную форму, наслаждается с Кришной играми, оставив Господа Нараяну, и когда кто-то приходит, тут же она скрывается в форме этой золотой линии снова, так чтобы никто ничего не заподозрил. So then Radhika, she realized, last time he came, I criticized and rebuked him very rudely, and I criticized Krishna also, and I never asked what I wanted to ask, so I should ask now. Радика осознала, что в прошлый раз, когда он прилетел, то я критиковала и его, и Кришну, всех упрекала, была исполнена недовольство, поэтому, чтобы не забыть уже в этот раз спросить, как там Кришна, лучше я сразу задам этот вопрос сейчас. Апибатамадапурьям арьяпутандунасте смаратисапитригейхан саумьябандам стлгопан. Квачинапикат сакатам на кинкаринам грините бужамагуру сугандам модядасчат кадану. Дадрани said, Апибатамадапурьям арьяпутандунасте. Oh, it is very good that Krishna has now returned to Mathura from being in Gurukul. Это очень хорошо, что Шри Кришна из Гурукулы сейчас вернулся обратно в Матхуру. Has he returned? Вернулся ли он? Bumblebee said, yes, yes, he's back. Сказал, да, вернулся. Very good, very good. Ну хорошо, хорошо. So tell me, Smarati Sapitrageyan, does he remember his father's house? Поэтому ты мне скажи, помнит ли он дом своего отца, отчий дом? That means Bumblebee. I know why you came here. You came to console his parents, and not actually for us. Это означает, что Радика таким образом дает понять, я знаю, Шмель, зачем ты сюда прилетел, отнюдь не для того, чтобы утешить нас, но для того, чтобы поддержать его родителей. In an activity there can be a primary reason and a secondary reason, but primary reason is prominent. Конечно, когда ты что-то делаешь, то у тебя могут быть какие-то первичные причины, второстепенные причины, но основополагающие первостепенные причины всегда, конечно же, важнее второстепенных. Поэтому, скорее всего, он вспоминает о маме и папе. Поэтому ты и прибыл, и так уж случилось, что и мы тут находимся тоже. Because just like a pot which is made of clay can never give up the clay, because the clay is the cause of the pot. So similarly, Krishna is the cause of Krishna is Mother Yashoda. So he can never give up Mother Yashoda. They are same body. Подобным образом, как глиняный горшок никогда не может оставить глину, потому что это то, из чего он был создан, подобным же образом Кришна никогда и не сумеет оставить маму Ишоду, потому что она является его основанием. Она дала ему рождение, он ее сын. Here Radhika is saying, oh, Smarti Sapitrageyan, oh, he must be remembering his mother and father. Why? Because they're remembering him. And he is remembering them. And when two persons who have love are far away, they remember each other. Then inside they meet. And in this way, Krishna is keeping Nanda and Yashoda alive.
Я знаю, что Шмель, ты прилетел для того, чтобы утешить их, потому что я знаю, что Шри Кришна любит своих родителей, и родители любят Кришну. И когда две личности, они любят так сильно друг друга, то на самом деле на внутреннем плане у них происходит встреча, что и держит их в живых, оставляет их в живых во время пребывания в этой разлуке друг с другом. Soumya Bhaks, again Soumya. Also Bandungs to Gopan. And is he remembering his relatives and is he remembering the Sakhas, the cowherd boys? А вспоминает ли он Сакхов, своих друзей, мальчиков-пастушков? It's so very difficult for Radhika to say, is he remembering me? So she's talking. The mother, the father, the relatives, the boys. Для Радики настолько трудно произнести себя в этом списке, поэтому она просто перечисляет. Она, а помнит ли он маму, папу, а помнит ли он друзей? Она просто не может произнести свое имя. Finally she came out with it. И наконец-то это вырвалось. Квачитапи сакатам на кинкаринам гринитай. Oh, does Krishna remember us, his servants? Does he sometimes speak about us? А говорит ли он хотя бы, упоминает ли он о нас когда-нибудь что-нибудь? Positively or negatively? Может позитивно, может негативно. When he is meeting with the princesses of Mathura, does he say, oh, I am very happy to be with you, royal princesses. You are much better than those rustic village girls I used to hang around with when I was young. Может хотя бы так он нас вспоминает, когда он встречается со своими принцессами в Матхуре. Может он говорит, о, утонченные, о, возвышенные девушки Матхуры, вы гораздо более превосходите этих деревенских девчонок, с которыми я когда-то имел возможность встречаться в деревне. So does he speak about even in a negative way, but хотя бы таким негативным образом, но хоть как-то он о нас вспоминает? Or does he? And Radhika, she's saying how Krishna is in Mathura. И вспоминает ли он, и вдруг Радика погрузилась в внутреннее видение того, что происходит в Матхуре. Krishna is getting dressed, putting on a shirt. Кришна одевается, надевает футбол, курту. And then he's checking himself out in front of a mirror. Так стоит перед зеркалом, поправляется. And then he looks at his own reflection. Потом смотрит на свое собственное отражение. And he sees that his reflection. He's wearing a shirt that the gopis themselves sewed with their hands and gave him as a gift. И вдруг видит на себе те одежды, которые шили для него Браджа Гопи. And remembering this, his mind becomes so vical, disturbed, that he starts to talk to his own reflection. И увидев это, его ум полностью выходит из равновесия, и он начинает разговаривать со своим собственным отражением. Oh, you are fortunate. Насколько ты удачлив. Because you are remembering them. Потому что ты их памятуешь. But I am so unfortunate. I am so hard-hearted that I am not even remembering those who love me so much. Но я настолько жестокосердечный, что я даже не помню тех, кто так сильно меня любит. Kochitapi sakatham nakin karim. Is Krishna sometimes speaking about us, his maidservants, in this way? To his own reflection in a mirror. Говорит ли Кришна со своим собственным отражением о нас, о его служанках? And then Radhika, she began to smile. И тогда Радика заулыбалась. And she saw Krishna was coming. И увидела идущим навстречу Кришну. Guju maguru sugandham murdas tatkadanyu. And Krishna was coming. And he was, she said, oh, will Krishna come and place his hand, which is a fragrance, with aguru, upon my head? И когда Кришна приближался, Радика подумала, положит ли Шри Кришна, подойдя ко мне вплотную, свою руку, которая пахнет ароматом агуру, мне на голову. And as she said that, she had a spurti that Krishna was coming back and approaching her and putting his hand on her head and saying, I swear, I went to so many places and I met so many different girls and there's no one like you, so I've come home and I'll never leave you again. И как только Радика это, проговорила, то она увидела, как Кришна подошел к ней и начал давать ей благословение, начал говорить, несмотря на то, что я посетил огромное количество мест, несмотря на то, что я посетил, встречался с огромным количеством девушек, но никогда и нигде я не чувствовал себя так, как я чувствую себя здесь. When Radhika experienced Krishna doing this, then outwardly everyone saw that she fainted and fell to the ground. И когда Радика
она видела вот такую свою встречу с Кришной, то внезапно она потеряла сознание и упала. Oh, she was trembling, all hair standing on end. Она дрожала, волоски на ее теле вставали. Tears spraying from her eyes. Слезы струились из ее глаз. And all the symptoms that you have heard of Chaitanya Mahaprabhu in the Gambhiri's arms going inside, becoming white like a conch shell, his breathing stopped. All these symptoms manifested in Radhika. Uddhav could not even recognize who it is. И все те симптомы, о которых вы слышали, когда вы слушали историю Шри Чайтаньи Махапрабху в то время, когда он пребывал в Гамбире, когда части его тела начинали растягиваться или втягиваться у него, когда он белел, подобно раковине, становился настолько бледным. Все те же самые признаки, они проявлялись сейчас в Шримати Радхарани по мере ее разговора с Удавой. All gopis fainted and fell unconscious. Все гопи, они побледнели и попадали без сознания. Удавджи was rolling on the ground. Удав катался по земле. For how long it was going on, no one can say. Сколько это продолжалось, никто не может сказать. So Удавджи, he got up. Удав встал. And he began to approach that place from where he was watching Radhika in the distance. И начал приближаться к тому месту, с которого он наблюдал за Радикой с расстояния. And the sakis gradually came back to external consciousness. И гопи постепенно вернулись в внешнее сознание. And the fragrance of Krishna's garland went into the nose of Radhika, and she came back out into external consciousness. Аромат гирлянды Кришны проник в ноздри Шримати Радики, она тоже вернулась в сознание. And then the sakis put two asanas, and Radhika took a seat, and Uddhav took a seat next to her, and all sakis surrounded. And Uddhav said, "Oh, I have come with a message from Sandesh, from Sri Krishna." И тогда саки положили на землю две асаны, на одну села Шримати Радика, рядом с ней сел Удав, и все раджа-гопи сели вокруг них, и Удав сказал: у меня есть к вам послание от Кришны. Then Udav began to speak Krishna's message, Udav Sandesh. И тогда начался Удав Сандеш. Удав начал повторять те послания, которые Кришна передал раджа-гопи. So if we go there, we'll be here the whole night. Если мы еще в это погрузимся, то тогда мы тут всю ночь просидим. But all these pastimes, we cannot say they did take place here. But just like Adyapiya Sailila Kari Gaurarai, Adyapiya Sailila Kari Shamarai, Kaun Kaun Bhagavani Dekibari Bhai, these lilas are going on eternally here. If someone who chant Harinam and do bhajan here, they can see Radhika's beautiful conversation with the bumblebee and Udav. Delivering it the Sandesh. Eternally is going on here in Udavkari. Мы не можем сказать, что эти лилы не здесь проходили, но мы можем сказать, что эти лилы не и на данный момент здесь проходят. Эти личности, которые являются очень удачливыми, которые по милости Нама Прабху совершая здесь баджан, они в один из дней они могут удостоиться этой чести, увидеть этот Удав Сандеш, этот разговор Удавы и Браджа Гопи. And what Radhika was feeling here is beyond the comprehension even of Krishna. And so Sri Krishna appeared in this world as Sri Chaitanya Mahaprabhu, and in the Gambhira, he realized this Radhika's bhavs here in this place. И что Радика говорила Удаву, это были эти запредельные вещи, настолько запредельные, что сам Кришна не мог их осознать, поэтому он пришел в этот мир как Шри Чайтанья Махапрабху и старался их осознать в Гамбире. And realizing that Shri Chaitanya Makut Gina Hare Krishna Tivana Kaha, then the mantra Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare came from the lips of Chaitanya Mahaprabhu imbued with that bhav, and he has distributed to immerse the whole universe in rain. И те осознания, которые испытывал Шри Чайтанья Махапрабху, он произнес их через воспевание Маха-мантры и наводнил этой Маха-мантры, пропитанной этими настроениями, наводнил этими настроениями весь мир. So Udavji, before he came to Braj, he was thinking, I'm the very closest and nearest devotee of Krishna. До того, как Удав прибыл в Враж, он почитал себя одним из ближайших спутников Шри Кришны. But his love is mixed with Aishwarya Gyan. Но любовь его смешана с Айшварья Гьяной. So it can be said, Udho Sudho Ho Gayo Braja Gopin Kebo Jnana Bajai Dugdugi Braja Prema Kato. Udho Sudho Ho Gayo. Udhav became Shuddha. Udhav стал очищенным здесь.
Before he did not understand the Shuddha Madhurya Prema. До этого он не понимал Шудда Мадхурья Према. But here he became чистый Мадхурья Према, но здесь он очистился. So if there's a competition, если есть соревнования, then at the end they have to announce the prizes. То в конце надо распределять места. So when the person who came second, the loser, comes and they give him his prize, then they this dug-dugi drum rings. Человек, который прибежал вторым, то они ему дают дуг-дуги, они так на барабанчике ему подхлёстывают. Но когда победитель приходит, то они уже больше внимания уделяют на большой барабан. Когда Удав пришел сюда, то для Айшвари Гьяна здесь прозвучал незначительный дуг-дуги. Такой легонечко барабанчик. This conversation was like the beating of a dull drum. Да. Glorifying the Madhurya Prema of Gopis of Braja, especially Radhika. Но на огромном барабане на этом самом месте была прославлена према всех Браджа-гопи, в частности Радхики. So Uddhav was offering prayers to Braja-gopis every day. И Uddhav каждый день предлагал свои молитвы Браджа-гопи. Ванде Нанда Браджестинам Падаре Нама Викшнасаха Ясам Харикатут Гитам Пунати Бхуванатраям. Uddhav was trembling. Uddhav дрожал. Weeping. Плакал. And falling on the ground again and again. И падал на землю снова и снова. I bow down into the direction in which this the foot dust of this Braja Gopis is lying. Я склоняюсь в том направлении, в котором находится пыль со стоп этих Браджа Гопи. I am praying to that dust not one time, but again and again, continuously, without any interruption and without any end. Я молюсь этой пыли снова и снова без всякого прерывания, бесконечно. Ясам Харикатут Гитам. When these Gopis glorify Krishna, that their glorification means even they're criticizing him. It purifies all the three worlds. Когда эти Браджа-гопи прославляют Шри Кришну, это включает в себя также критику имя Шри Кришны, то эти слова очищают все три мира. So Pada Renum. Renum is in the singular. One dust. So one dust cannot be on two people's feet. Pada Renum. Renum означает одна пылинка. Одна пылинка не может пребывать на двух стопах. So here in a covered way, Uddhav is offering the highest praise to the Shrimati Radhika. Так Uddhav выражает свое высочайшее почтение одной гопи, Шримати Радхике. Си Удавджи Махараджа ки джай, Туджав кяри ки джай, Адамба Ханди ки джай, Нандаган Бургама ки джай, Варе Бандава Михайлала ки джай, Варе Саневали ки джай,